Тебе как у нас вообще в спортивных каникулах? Нравится плавать, рисовать и заниматься батутами. Батуты? Это сегодня, которые были? Ну, жарко и добрый. Может быть, что-то тебе не нравится? Может быть, нам можно что-нибудь улучшить в лагере, может быть, что-нибудь добавить. Мороженое, например, там каждый день давать детям. Или что-нибудь еще, что бы тебе хотелось? Мне бы хотелось, чтобы мы каждый день по два раза ходили в бассейн, чтобы тортики давали. Вот. Хороший. В столовой тортики. Каждый день? Я бы хотела, чтобы ребенок мог бы все заниматься. Что он приносил и кто хочет. И учил других своих друзей. Ты спортом занимаешься? Бассейном. Скоро буду заниматься легкой атлетикой. Да мне что-нибудь. Просто на ПТО я сдала медаль золотую. Ну, значок. Знак. Ты золотой знак ПТО получила? А где же он? Почему мы его не видим? Почему ты его не носишь? Да нет. Ну, такие вещи надо носить и гордиться. Куда же это место? Так. А ты как часто тренируешься? Сколько тренировок в неделю у тебя? Всегда. Каждый день? И тебе еще хочется даже в каникулы еще позаниматься художественной гимнастикой? Ну, этому тренеру ты обязательно передадим, и ей понравится. Ты молодец. А если по-честному, не надоело? Ну, ты футболом занимаешься. Есть у тебя кто-то, кто нравится? Может быть, команда, за которую болеешь? Может быть, какой-то собой? Мой любимый клуб «Спартак». Ну просто еще мои дедка, с которыми я прожил только год, еще не люблю. А папа болеет за «Спартак»? Да. Ну все, тебе тогда уже и выбора не осталось. И по-моему, «Спартака» за «Ювентус». А это почему? Бабушка за «Ювентус» болела? Или мама в Италию ездит? Нет. Переходим к игре. Я тебе буду показывать персонажи. Кто-то, может быть, тебе будет знаком. Скорее всего, возможно, все. И ты должен будешь сказать, ну, это спортсмен или не спортсмен, и каким видом спорта он занимается. Ну да, вообще. То есть это... Популист. Мне кажется, что это спортсмен. И каким он видом спорта занимается? Волейболом. И занимается он баскетболом. Футболист. Так, ну ты не знаешь, кто это. Ну точно футболист. Ну известный какой футболист или так? Наверное, регби. Ну, регбист? Да. Не футбольная одежда, да? Ну да, и судья одежда. Почему не футболист? Ну, не похож. У него нет мячика. Предложений нет. Кто это? Спортсменка занимается боксом. Не похож. Не похоже на спортсмена? А на кого похож? Перед. Она не спортсменка. Она не спортсменка? У нее шлема нет. У нее шлема нет? Но защита. Можно и так сказать, да, шлема нет. Узнаешь ли спорт какой-то? Ну да. Но хоккеист это или не хоккеист? Что хоккеист? Не хоккеист. Почему? Ему не лезать шлем. Обычно не лезать. Лучше 5 кубков, что ли? Наверное, получил 5 кубков. Это Путин. Так. Так он получается спортсмен? Получается, да. Футболист, «Динамо». А даже. Ну не похож на Влада Эштейна? Влад, фамилия на «Б» начинается. Как? Буряков. Буряков? А, А4. Угу. Молодец, угадал. Видно, ютубчик поглядываю. Больше на Путина похоже. На кого? На Путина. Так, ну, может и похоже, а он где это? Нет. А какой вид спорта? Дзюдо. Бокс. Наверное, спортсмен. Чемпион он, не чемпион, как ты думаешь? Чемпион. Так, это мы вырежем. Спортсмен. А каким видом спорта занимается? Карате. Это каратист? Точно, да? Ну, спортсмен? Ну, кажется, да. Мне правда похоже на Путина. Ну, а Путин это кто? Президент. Это Путин. Получается, не спортсмен? Спортсмен.
спортсмен. И спортсмен, и президент.